Друзья, всем здравия! Вы на канале приюта бездомных животных. Сегодня у нас видео с Чуктей. Чуктя. Да, кто-то спрашивал, друзья, я не знаю, метис, кого это. Вот, ну, вот такой он шарпейстый. У него шкуры, конечно, на трех собачек хватит. Из-за этого он страдает шарпейскими проблемками. То стоматит у него, то отеки всякие, то волдыри какие-то. Ну, в общем, вот. Прошу прощения, что ролики выходят не по графику. Не успеваем вообще ничего такого. Вот сейчас будет опять видосик спонтанный такой на фронталку. Видосик, ну, даже не знаю, про что, как его правильно назвать. Про наши попытки найти помощников. Помощницу хотя бы для девочек. Очередная девочка. Я бы не стал этот ролик записывать, если бы мне не рассказали девчата. Я стал спрашивать, что такое. Они мне все-таки рассказали. Девочка прошла собеседование, ответила на все мои вопросы. Но в итоге оказалось, что убирать какашки ниже ее достоинства. Ну, в смысле, за определенную сумму. То есть, если бы подороже, может быть, и было бы достойным занятием. Вот. Такая интересная формулировка. Я думала, тут больше с собачками нужно будет возиться. А убирать за собачками это как? То есть мы должны взять, ну, кого-то, чтобы просто погулять, а кто-то другой будет только убирать. Ну, это как бы не очень нормально, мне кажется. И вообще странно, когда люди оценивают достоинство вот так, видом работы и в рублях. То есть девчата работали за 500 рублей, и это ниже достоинства. За 1000 рублей можно подумать, а за 1500 я бы уже с удовольствием это выполнял. Такая оценка достоинства — это, ну, как-то сомнительная история. Я думаю, ну, обращаясь к девочке и к подобным людям, которые так мыслят, я думаю, вам надо поработать над своим сознанием. Так вот, давайте бучару будить, а то будет скучно. Да, кстати, девочки, для этого я говорю, приди, забери вещички свои, потому что, ну, как бы у нас не склад и негде хранить. Вот так. Сделай чавк-чавк. Вот так. Ниже достоинства. А мне вот не ниже. И вообще, мне кажется, достоинство, оно в каких-то других границах. В другой системе измерений. Чукча. Чукча. На. 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 Ну, на, можно. Очень сложно, друзья, найти нам. Ох, мне бы так чавкать. Найти помощников, найти людей, которые с удовольствием, ну, как сказать, даже не то, что с удовольствием, а с чувством достоинства будут выполнять вот такую работу. И еще хочу сказать, да, вы говорите, вот, как вы любите, как это же, как надо любить. Да не надо любить, нужно жить по чести, нужно жить достойно. И если ты что-то делаешь, нужно это делать так, как должно. Ну, хотя бы настолько, насколько ты можешь. И вот. Ну, вот такая вот история про достоинство. Что еще вам рассказать? Бучара, а. Давай, делай трафик, делай контент. Ой, оторвал. А то мне что-то сказать нечего больше. Я, конечно, ну, в какой-то степени расстраиваюсь из-за того, что люди так относятся. Я не знаю, о чем. А вообще, как вы, друзья, представляете себе людей, которые работают в приюте? Это какие-то отбросы, это люди, которые недостойны другого. Это участь. Это, ну,
как бы карма какая-то, наказание. Как вы относитесь к этому? Вот мне кажется, что какое-то такое впечатление массовое, что... Ладно, не будем о грустном, друзья. Девочка, приди, забери свои шмоточки. Вот. А всем друзьям привет, быть добру. Сейчас Бучара для вас еще раз почавкает, и это будет наш сегодняшний ролик. Давай, чавка быстрее. Вкусно-то как. Ой, как вкусно. Вкусно тебе? Друзья, не забывайте про нас. Подписывайтесь, заходите на канал Приюта. И мы будем очень благодарны вам за любую помощь и поддержку. Не будь добры.